Проблемы со здоровьем могут возникнуть не только после употребления молока. Красноярский центр стандартизации и метрологии обнаружил кишечную палочку в уличном квасе. Напиток продавали в бочке по адресу Рейдовая, 55. Кроме того, выяснилось, что кислотность этого кваса в 2,5 раза ниже нормы. Еще один образец исследователи даже не попробовали из-за смутного происхождения. Добавим, что в 2014 и 2015 годах в 3 образцах разливного кваса также были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.